Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с пультом управления для медиаприставки Zedo Z10, которая была на моем канале уже давно достаточно. И данная приставка служит достаточно хорошо и по сей день. Но решил я заменить пульт. Тот, который поставлялся, вы сейчас видите слева. То есть достаточно большой, и он еще глянцевый. На другой вариант, а именно маленький вариант Zedo V10 Mini, который является пультом как инфракрасным, так и по Bluetooth соединению. А слева только, который поставлялся в медиаплеере Zedo в коробке, то есть он только инфракрасный. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Вот что из себя представляет. Такого плана. Есть тут горящие клавиши. Вот, ну, из 2019 года. Вот в таком состоянии. Решил я поменять его на более маленький, что представлен перед глазами. Вот что он себя представляет. Поставляется в такой коробке. Упаковка у нас убита. Почта России, как всегда, постаралась, чтобы пульт не доехал. Но пульт сопротивлялся, а вот коробка пришла вот в таком состоянии. Так, здесь написано момент сопряжения, как осуществить. Ну и давайте смотреть, что находится внутри. Так, вот такой пульт. Пришел. В мятой упаковке, благодаря Почте России. Так, вот что он из себя представляет. Здесь есть тоже надписи. Да, сразу же хочу сказать, что этот пульт не аэромыш, а непосредственно только управление. Если вы хотите управлять в Google сервисах, какие-то варианты. А плеер Zedo для этого не предназначен. Он в основном предназначен для воспроизведения медиа-контента. Хотя при желании можно установить Google сервисы и пользоваться. Но для этого у меня есть другие мышки компании Ugreen, которые использую, если мне необходимо что-то выполнить в каких-то средах, где требуется мышка. Так, ну а этот пульт я брал специально для воспроизведения медиа-контента. И еще один момент, я вот тут вижу уже еще по старому пульту, то есть он, смотрите, какого размера, меньше. И достаточно неудачно тут установлена кнопка «Домой». Лучше бы она была посередине, потому что на всех пультах кнопка «Возврат» стоит на месте кнопки «Домой». То есть, чтобы рефлексы сохранялись, здесь вот, кстати, сбоку, а сверху, лучше бы и здесь сделали так же. Причем просматривается на других пультах, вот видите, «Домой», «Возврат», и есть какое-то меню по центру. Здесь немножко будет неудобство. Нужно будет с осторожностью нажимать кнопки. Внутри у нас, да, кстати, вот такая рифленая поверхность, и внутри у нас отсек для батареек аккумуляторов. Ну, я вот возьму его. Типа 3А. Ну, я вот вижу, загорается, я не знаю, видите вы или нет. Он работает индикатор Bluetooth. Ну, вот работает для всех плееров Zedo. От младших моделей до старших моделей, до произведенных в далекие времена. Ну и давайте этот пульт сейчас посмотрим, проверим, как он функционирует, сопряжается с плеером Zedo и как работает по Bluetooth и как работает по инфракрасному датчику. Итак, давайте приступать. Давайте посмотрим, как функционирует пульт в инфракрасном диапазоне. Давайте подключать пульт к Bluetooth. И давайте рассмотрим, как функционирует пульт Zedo V10 Mini при Bluetooth.
Итак, я вам продемонстрировал пульт Zido V10 Mini для использования с различными медиаплеерами Zido для применения вместе с медиаконтентом. Внутри нету аэромышки, но есть два протокола, по которым можно его применять. Первый — это по Bluetooth соединению, соответственно, не нужно направлять пульт к плееру. И второй вариант — в инфракрасном исполнении, когда пульт нужно направлять к окошку медиаплеера. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.